Чтобы доказать, народы страны против растаскивания великой державы по республиканским квартирам, Горбачев назначает на 17 марта 1991 года референдум о сохранении Союза СССР. От участия в референдуме сразу же отказываются Латвия, Литва, Эстония, Грузия, Армения, Молдавия. Он проводится в 9 республиках. Российское руководство решает одновременно провести на территории РСФСР референдум о введении поста президента России и призвало отвечать на вопрос Горбачева «нет». Ельцин заявляет, референдумом пытаются поддержать нынешний унитарный союз. По итогам референдума пост президента России вводят, за союз 76% голосовавших, против неполных 22%. Вопрос референдума «Считаете ли вы необходимым сохранение СССР как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?» Это как в фильме «Подкидыш». «Девочка, ты хочешь поехать на дачу или чтобы тебе оторвало голову?» Вот если бы на референдуме спросили, вы хотите жить а. в Советском Союзе, б. в своей республике, ставшей независимым государством, тогда результаты были бы совсем другими. Ясно, что итоги референдума не имеют никакого отношения к ходу событий. Буржуазный еженедельник «Коммерсант» выходит с заголовком «Референдум прошел» и плебисцит с ним.